Карамба ТВ представляет. Здрасте, товарищи идиотики! Проверка документов. Сегодня вы узнаете, что там слышно про Battlefield 4, что там про FIFA 14, как поживает The Elder Scrolls Online, выйдет ли Castlevania Lord of Shadow на ПК, как поживает Grid 2, и какие последние новости про Lost Planet 3. Так, нарушаем возрастное ограничение. Мама ваша знает, что вы тут какашками в боулинг играете и пукаете что-то очень громко. Что? Давайте-ка я вам сейчас разъясню. Вам положено уроки делать и после Хрюши и Степаши быстро укладываться спать, а не собирать чужие фекалии по помойкам. Ну, поняли? Вопросы есть? Дядь! А, дядь! А что там слышно про Battlefield 4? А ты ко мне не в рот ебический. Прошла! Некая выглядящая пиздежом информация. Мол, EA собирается по большому счету сделать тот же Battlefield 3 с некоторыми улучшениями и дополнениями. Движок останется тем же, но графику улучшат. Пушки отчасти останутся прежними, да и локации останутся для 64 игроков. Но если верить слухам, EA все же будет выпускать карты для 128 игроков в виде дополнений, чтобы вынудить геймеров раскрыть свои пустые кошельки. Также есть мнение, что в Battlefield 4 снова включат одиночную кампанию и кооперативный режим игры, а также сразу же с момента релиза дадут доступ к премиумным наворотам. Как бы то ни было, опечатка ты моя 47-й хромосомы. Пока это не более чем спекуляции, провокации, пиздеж и еблощелканье. Ждем презентации и намазываем попу вазелином. Дядя, чё там о FIFA 14? Хуй мне в печень. Официально EA пока не готова анонсировать новую серию FIFA. Но тебе, уебашка ты моя пучеглазая, я всё расскажу. По словам продюсера серии, упор в новой игре будет сделан на расширение социальных и онлайновых возможностей. Ну, всякие там козлопидерские фишки с кнопочками поделиться, залайкать. А появятся, правда, и более приятные возможности играть на консольке, на мобилке и в нете в разные, но связанные друг с другом игрульки. По сути, все это уже есть на платформе Football Club. Что же касается новомодняцких апгрейдов движка и геймплея, тут все пока глухо, как в танке. Дядюсенька, а что там слышно про The Elder Scrolls Online? Эльфийку мне в гарем. Если в двух словах, разработчики пилят нетипичные ММО в мире The Elder Scrolls. Привычные рейды и некоторые не слишком важные элементы массовых онлайновых игр в TS Online не появятся. В то же время интерфейс и система управления нихуясенькие не будут напоминать The Elder Scrolls. В остальном же игра будет походить на адский гибрид, традиционно одиночный The Elder Scrolls с онлайновым геймплеем. Поэтому, залупенчик ты мой незаконнорожденный, беседка готовит на радость фанатам настоящее, неебическое чудище. И посмотреть, что из этого всего выйдет, можно будет уже совсем скоро. Разработчики все расскажут и покажут на выставке PAX East. Дяденька, а что там насчет Castlevania Lords of Shadow на ПК? Арматуру разрабам в опу, если не выпустят. Некоторые хитро выебанные мудаки, которые пытаются закосить под криворуких уебанов, слили кое-какую инфу. Мол, Konami все же собирается запилить Castlevania Lords of Shadow и выпустить ее бесплатно в качестве бонуса для тех, кто предварительно заказал Lord of Shadow 2. Причем продолжение серии якобы тоже собираются выпустить на письку. А ну, если полагаться на безжалостную статистику, суку, можешь смело готовить арматуру. Драчун ты мой неудовлетворенный. Да, подыщи какой-нибудь пожестче, зазубринками и торчащими ржавыми проволоками, дабы показать товарищам-разработчикам, насколько сильно опечалило тебя такое положение дел. Дядя!
А что там слышно про Грит 2? Носок мне в глушитель. Искот Мастерс обычное слово не вытянуть. Сидят себе втихаря, хуячат новые гоночки. Но уже совсем скоро игру представят на шоу гаджетов-уродцев. В начале апреля Грит 2 привезут на выставку. И там такие, как ты, дорогая приросшая к члену, в смысле к шлему, головешка, смогут опробовать игру собственными ручками. Ну а большинству простых трудяг с отсутствием доступа к открытой визе в любые страны остается только ждать. 28 мая, когда можно будет прикупить игрульку, прикинуться нехуйским гонщиком и пройти мировой чемпионат с другими рейсерами-дротами. А шо там слышно про Lost Planet 3? Capcom недавно анонсировала дату релиза Lost Planet 3. Продолжение приключений колонистов-неудачников на замерзшей планете с гигантскими жуками появится на свет 26 июня. На этом все. Разработчики не спешат делиться новой информацией за неимением оной. Тем не менее, сеть пополнила очередной ролик игре, который показал, насколько все запущено на планете EDN 3. Главный герой окажется в самом эпицентре политических уебанов. В смысле интриганов. Его самого отправят на поиски кое-чего, что таит в себе страшную и важную хуету. Вот такой вот таинственный секрет. Усяк, жукообразный ты мой многочлен. Все, полуумные вы мои, потыкали лайки под видео, подписались на канал и быстренько разбежались по домам, чтобы я вас тут не видел. А чтобы дурь из головы вышла, посещайте gamebomb.ru, читайте новости и обзоры, смотрите трейлеры и скриншоты, умнее будете. Давайте, а я пошел, приду, проверю.